Открывая окно в природу, мы в синеве неба и зелени листвы видим надежду на будущее для каждого из ее детей. Любовь ко всему, что зеленеет, дышит, движется, издает звуки, сверкает красками, есть любовь, приближающая человека к счастью. Лес — наше бесконечное место силы, чистоты и гармонии из самого сердца земли. Настоящего бобра, детей бобра, кабана и вот таких рыб! Воронежский заповедник. Дыхание планеты, способное открыть окно в природу и перевернуть сознание.